Добрый день, дорогие друзья! Следующий год – год крысы. Кто ее какой называет? Кто железный, кто белый? Вот. Значит, я сшила вот такие поделочки. Это у нас прихваточка с мышкой. Нашла такой материал. Приделала тут бантики. Бантик, юбочку. Так, потом вот такая прихваточка. Тоже мышки-крыски с вишенками. Видите? Изнанка. Так. И к ней вот такой сувенирчик. Так у меня назвала дочь, говорит, мама, это прихваточка. Мама с дочечкой. Ну, вот такая мышка получилась. Можно повесить на кухне где-то, как талисманчик. Следующий у нас такая прихваточка. Немножко другого цвета. Вот так все прошито аккуратненько, с подвесочкой, чтобы подвесить носик. Все у нас тут есть: глазки, ушки, и к ней тоже вот такая мышка талисманчик. Это все я буду дарить подругам, знакомым, подругам, родственникам, женщинам, прихваточки на кухню. А это чисто так себе, как говорится, мышонок такой сделала. Глазки, вот у него кусочек сыра здесь. Ну, такой вот тоже талисманчик. Это я внучке подарю. Глазки у него ходят ходуном. Так, и сейчас я вам покажу, что я купила. Так, вот, дорогие мои, я купила вот такие салоночки. Посмотрите, с ушками они. Вот видите, с хвостиком салоночка. Мышка-крыска открывается. Здесь такой джутовой веревочки, чтобы, ну, как говорится, никуда не делась крышечка. Вот такая интересная салоночка. Так, это можно поставить просто на стол. А это на килограмм соли. Такая вот крыса-мыша. И освещение, конечно, не очень хорошее. Сейчас попробуем что-нибудь поменять. Вот это самая яркая. Тоже на веревочке. Вот откинул. Сюда ровно пачка соли влезает. Закрыл. Это то, что мы ставим на столе, когда готовят. У многих есть разные солонки. Тоже с ушами, с хвостиком. Тут еще и, как бы показать, такие бусинки приделаны. Вот, я взяла в пару их. Пара такая. Также хочу вам показать еще одну покупку свою. Посмотрите, какая красивая. Похоже на вазу, да? Выдавлены цветы, васильки на ней. А это на самом деле это чесночница. Лучница, чесночница. Вот я сюда определила чесночок, лучок. Он стоит на кухне. Этот вазончик очень удобно. Вот видите, дырочки сделаны. И по всей окружности тоже сделаны дырочки, чтобы дышал там лучок, чесночок. Вот. А обычно мы храним вот так и в баночках, да? И посмотрите, сам вазон этот, он приличный тоже. Вот, по размеру.
и красиво смотрится на окошечке. Не просто какая-то банка стоит с чесноком, а вот такой красивый вазончик. Вот видите рисуночек? Васильки с дырочками. Спасибо всем. Показала я свои поделки и покупки.